Пане Геннадію, ви завжди в ефірах говорите російською мовою. Це ваш принцип? Да. Я буду всегда говорить российской мовой, потому что отец и мать со мной говорили на русском языке. Поэтому я считаю, что это мое отстаивание моего права говорить на родном языке. Всякое навязывание с точки зрения либертарианства является недопустимым. А вот национализм и мовное питание, оно питается страхом. Социальная психология говорит о том, что сам национализм возник где-то в 18-17 веке, потому что он возник из-за страха индустриализации. Приходили новые пришлые люди, они приходили на рабочие места, и людям, которые сидели на месте, они этого боялись, у них питался, появлялся национализм, появлялись националистические партии, начинали отстраиваться на различиях расовых, на различиях мовы. Украина та же самая, здесь национализм питается страхом. Людей запугивают, Путин придет, всех захватит, не говорите на русском языке и так далее. Хотя к Путину наш украинский русский язык никакого отношения не имеет. У нас вообще другой разговор. Фраза «русский украинский» – это інша мова? Понимаете, это диалект. Древние славянские языки. Надо всегда вспоминать, что славян в мире 350 миллионов человек. Просто я чему питаю? И они разбрелись по всему свету, от Урала до Португалии. Пан Геннадий, есть English, а есть American English. И они відрізняються один від одного. Каждое, слова по-іншому вимовляються. Каждое следующее поколение творит свой язык. Угу. Нету языка. Вот мы говорим не на том языке, на котором говорят наши дети. Они сотворят новый язык. Теперь вопрос мы зададим. А какой язык они создадут? Они создают новый технологический язык, основанный. Рок-н-ролл, голливудские фильмы. Это в основном будет английский. Сейчас на английском говорят 2,5 миллиарда человек. На русском языке говорят 300 миллионов человек. На украинском говорит 20 миллионов человек. Это говорит о том, что Украину пихают в тупик. Не будет развиваться культура на украинском языке. Потому что ее продавать некуда. Некому, нет потребителя. Посмотрите, есть Сергей Лещенко, который ведет свой канал исключительно на украинском языке, 80 тысяч подписчиков. Он не может вырасти, я ему как-то говорю. Да ты и не вырастешь на украинском языке, как и наша культура так не вырастет. И российская тоже обмежена, давайте тогда на английском. 300 миллионов человек. Считайте 20 миллионов, 300 миллионов. На английском 2,5 миллиарда. Ясно, что выбор будет в сторону английского идти. Угу. И общемировой язык будет, наверное, английский в будущем. Если вы, будучи русскоязычным человеком, придете в магазин и вам начнут отвечать на украинском, для вас это будет проблема? Да вообще никакой проблемы. Мы приехали во Львов, попали на телевидение, где мне затыкали рот, там Дроздовы все сидели. В самом канале они меня пригласили, затыкали рот, чтобы я не говорил на русском языке. Но мы вышли ночью во Львов, и ночью во Львове пели караоке на русском языке. Да им плевать на это дело, что бизнес развивается своим. И если есть потребитель из России, который платит деньги, он будет покупать. Российская мова – это зброя для не Путина? Русские виноваты, а Путин виноват, этот Кремль виноват. Ну, надо российская различать. Мова – защита русскоязычных, не мы же это придумали. Да надо перестать защищать. Надо защищать танки. Люди должны говорить на том языке, на котором с ними говорили отец и мать. Они имеют на это право. Люди должны научиться отстаивать свои права. И когда говорят, вот вы сказали, что делать, когда к вам пришел этот омбудсмен, этот языковой, нахрен посылать, бить палкой, да то есть вести себя агрессивно. Рестораторы должны себя вести агрессивно. Если он пришел, что-то сказал по Украине, Каменюкой в голову бросить. Вот как должен защищать настоящий либертарианец. Не закликайте до таких поганых дій, пане Геннадію. Мы не закликаем никого до насилия. Мы не закликаем эту тварь приходить и говорить, на каком языке мне говорить. Взрослому, что сидеть с этим человеком. Мы же говорим о том, что 2,5 миллиарда людей уже разговаривают на английском языке. Это как вот... Наш Климкин, он говорит о том, что он физику изучал. По законам физики все действует. И сейчас большие массы поглощают малые массы. И мы когда 2,5 миллиарда смотрим людей, разговаривающих, пишущих на английском языке, и 20 миллионов, мы должны задуматься, а какой будет будущий мировой язык, да? То ясно, что большие массы поглотят его. Но там останутся слова. Слова разных национальностей. Останется часть русских слов, может быть, там сотня слов в этом большом языке. Возможно, там будет несколько слов украинских. Но чтобы там было много слов украинских, мы должны быть богатыми. Потому что мир говорит на языке богатых. Он никогда не будет говорить на языке бедных. Он никому не интересен. И пока страна бедная, мы должны присоединяться буквально к богатым. Мы должны отрываться от этих кириллистических корней. Мы должны следовать тем пунктам. Я вот только со Стамбула приехал. Там все надписи на латинице. Угу. Какая проблема? Хотя им было гораздо сложнее перейти 100 лет назад. И Украине надо как можно быстрее переходить на латиницу.
Кстати, это сотрет языковые различия сразу же. Избавит нас от этих националистических движений с языками. То есть решит огромное количество задач. А вот это что, наши корни, наши деды разговаривали. Да наши деды вообще мычали. Так что нам мычать начинать? Не-не, наши деды до Кирилла и Мефодия користувалися рунами. Да, к рунам перейти. Это чушь, которая звучит от политиков в угоду националистическим движениям. И Климкин то же самое. Он подвержен этому националистическому движению. Он хочет сохранять какую-то своего маленького украинца. Павло Климкин вас слушает, пан Геннадьевич. Как завещал Ющенко, свой медик где-то добивать. Нам надо в индустриальное общество внедряться. Нам надо в высокотехнологическое внедряться. А это латиница. И без латиницы никак. Да в конце концов на компьютерной машинке не исчезнут эти буквы двойные. Mm-hmm. Потому что красным одно наносится, зеленым одно наносится. Это убытки нам. Мы все время теряем, теряем и теряем. Та це цілеспрямована політика місцевої влади, вилучення так, всього конечно. Українського з ну, конечно, обігу. Не государство Україна вина в тому, що не змогла защитити Донецьку, Луганську область, відстояти свою, так сказати, власть. Это не государство Україна потеряло эти территории, это не государство Україна навязывает українізацію этим територіям, из которого збунтувалася і использовала Росія эту ситуацию. Это не государство потеряло Крым. Нет, это государство Україна, враждебное українцам, все это потеряло, роздробило людей и продолжает эксплуатировать. А можно так про Финляндию сказать, что вот финны завдяки своей политике Карелию втратили? Вот это то же самое. Вот неправильно, не надо Финляндию. Там везде свое было. Везде свое. Финляндия потеряла половину территории, чтобы сохранить свою идентичность. Вы готовы потерять пол Украины, чтобы сохранить свою идентичность? А? Так а Финляндия на это пошла. А теперь Финляндия? Вы рассказываете мне. У них выбор забрали, у них все, пол Финляндии отобрали. Але вони и потеряли кучу финнов. И убили кучу русских. Вы будете Финляндию приводить в пример? Чекайте, тобто ви или бачите... Польшу давайте приведем, которая до 1939 году потеряла всю Украину западную. Или вообще историю Украины вспомним, как сюда заходили турки, заходили Речь Посполитая, заходила в конце концов, кто там еще? Я уже сейчас даже... Пане Геннадію, тобто взагалі начините опір? Тобто... Да у нас мужчин нету нормальних, у нас женщины только нормальные, потому что они сидели на месте и рожали неизвестно от кого. Потому что заходили немцы, рожали от немцев, заходили турки, рожали от турок. Це не тільки українців стосується. Чорнобривые вместе с рыжими. Вся Европа перемішана таким чином. И, кстати, точно так, то у нас латиницу насаждали, потому что поляки заходили, то нам кириллицу, потому что русские заходили. Mm-hmm. Вот чья империя больше, та и пожалуйста. Сегодня европейская побеждает. Ну, втручайтесь якось, вклинюйтесь, я не знаю, вривайтесь в цю дискусію. Наше ж навіть оце слово є кохання, любов. Да. Знаєте, от... Они так безобидно. Я вам приведу исторический пример. Вот Францию вы вспомнили, да? На французском разговаривала вдвое больше, чем на английском еще в 17 веке. Но на сегодняшний день, в связи с тем, что технологически Франция немножко притормозила, а Англия пошла вперед и стала богаче, в том числе организовала, захватила колонии на английском языке. В результате сегодня на английском говорят 2,5, а на французском, дай бог, 80 миллионов. Але дивіться. И не так это безобидно вот так вот сдерживать себя, потому что вы сдерживаете себя в обогащении нации, вы не даете ей богатеть, на вашем языке не будут говорить. Не говорят в мире на языке бедных. Не говорят просто. Слушайте, але як себе поводять дві країни, які говорять однією, в принципі, тої самої мовою, хоч вони там відрізняються трошечки. Англія і Сполучені Штати. Є англійська, є американська англійська, American English. Вони відрізняються, вони бачать один одного. І Америка дуже серйозно захищає свій інформаційний простір від втручання Росії, в Росії, вибачте, Англії. Англія стосовно Сполучених Штатів. Вони говорять, в них протистояння по сьогоднішній день ідеологічно відбувається. Але це не точно, бо це інформація. Якщо ви хочете зніматися в Голлівуді, ви будете вчити американський голлівудський язик. Ви ж пам'ятаєте, як з яким трудом проривалися на американський ринок в 60-х роках англійські виконавці. Американці називали це англійським вторгненням культурним. Beatles, Rolling Stones для американців, таких от автохтонних. Це була катастрофа. Они все переходили на американский язык. Не потому что американский було. Рынок самый богатый. Beatles американский рынок сегодня 350 миллионов за часть золотого миллиарда. То есть доход не меньше 36 тысяч долларов в год. И поэтому все хотят быть на американском рынке. Все хотят петь по-американски, учиться на американских школах, учиться у Америки, пользоваться американскими конструктами, пользоваться всем. Мы одеты в американскую одежду фактически. Я в украинскую. Ну, навіть, знаете, в компьютерах, на відміну від Apple... А ткань из чего?
От ви хитренький. От ви хитренький. Може італійська, китайська. Чи я ткань? Розумієте, є питання бізнесу, справді. Є питання... Ну, такої, знаєте, як сказати, рутинізації, чи як це сказати, просто утилітарного підходу, так, так, з одного боку. Але є питання все ж таки якості. От, скажімо, Beatles своєю англійською покоряв світ і Сполучені Штати Америки. Навіть ті наші самі Океани Ельзи в Росії були дуже популярні свого часу. І спокійно давали концерти, і величезної популярності, і інші гурти, і інші. І зарабатували там. І заробляли. На тому ринку. Але так. І ви... Ну, а як тільки їх ограничили, зарабатувати вони стали в рази менше. Тому що розірвали зі середою, хоча там прекрасно заходив український язик. І я, коли в Америці нахожусь, я тільки Океан Ельзи і слухаю, більше нікого, хоча і русскоязычний. Є дуже багато сюжетів, де якісний продукт, він своєю мовою отримує... Ну, як маленька деталька. Ну, якщо ви серйозно хочете розвиватися... Ось, смотрите, сьогодні Ломаченко смотримо там, да? Он должен. І йому говорять, совет, два совета. Это більше трешить в ефірі і, самое главное, освоїть англійський. Прекрасно, але... Щоб він чисто говорив. Тому що не освоїв, у тебе і в боксі не заробляє. Що є історія така, що багато людей, особливо переселенці, на жаль, вимушені і з Криму, і з Донбасу, сьогодні, які переживають тут в Києві, переважно переходять на українську мову. Це навіть політичний, до певної міри, цей вибір для цих людей є. Це є певна символіка, це є певний, певна позиція. Ну, отут ще треба говорити про позицію держави, тому що корні, те, що ми говорили, немає безкоштовних курсів мови і тому подібне. Це теж окреме питання. Давайте ще про щастя українців. Українці нещасливі. Більшість українців таки погодилися, мабуть, з вашою ідеєю про те, що ми маємо бути багатими для того, щоб відчувати себе щасливим. Тому що бідність – це найбільше наказання. Це міф. Бідність – це найбільше наказання. Потому что человек не может покупать, он не может реализовываться, он не может строить, он не может творить. И, соответственно, он становится несчастным. Пане Геннадію, коли... Богатые люди, смотрите, в коронавирус... На які суммі можна сказати, що домах, я богатий? Богатые люди так. В своих домах были счастливы даже в коронавирус. Потому что они его украшали, у них большая территория, у них были деньги. А бедные в коронавирус сидели в маленьких хрущевочках. Что такие богата людина? Настолько несчастные, что вы себе даже представить не можете, потому что вы заняты, у вас есть работа, вы получаете зарплату. А у нас почти вся Украина в депрессии находится. Вот-вот потеряю работу или вот-вот мое маленькое счастье разрушится. Почему люди уезжают со своих городов, со своих населений, там, где они родились? Они несчастны. Не уезжают от счастья люди с Украины. Они несчастны здесь, и они надеются получить счастье там, в Европе. Поэтому украинец несчастен от бедности. Никогда это не замалчивайте. И признайте, что от бедности все несчастья Украины. Потеря территории от бедности. Вооружить кучу людей только от бедности можно. Богатый человек не будет брать ружье. Не буде ризикувати. Ви ж дали визначення, що таке багатий. Дайте хоча б суму, коли можна зрозуміти. 36 тисяч доларів в год. О, це вход в золотий мільярд.